Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Блинчик, и сегодня мы будем проходить новую игру «Чух-чух Чарли». Это игра-хоррор, очень страшная и очень популярная, типа. Ну, что ж, давайте начинать, так сказать, приступать. Посмотрим, что это за игрушка. По отзывам говорят, очень крутая. Знаю, мы давно уже не общались, но шахты, за которыми я присматриваю, у них что-то произошло. Нет, поверь, тебе стоит уделить этому время, чтобы твой музей остался актуальным. Ой, я не успеваю. Что ж, на этом сервере грандиозно. Там осталось так много друзей, даже мой сын. Только ты способен уничтожить этого монстра. Он станет центральным экспонатом в твоем городе. И еще поможешь старому другу. Да, приходи ко мне в доки на закате. Надеюсь, у тебя все готово к небольшой охоте. О-о-о. Офигеть. Это что такое было? Да-да, его зовут Чарльз. Наполовину поезд, наполовину адский паук. Мы уже давно планируем его уничтожить, и у нас почти все готово. Осталось кое с кем поболтать, да, пару мест посетить. Работенка не пыльная, хе-хе-хе. Да, добро пожаловать на Аране-Арум, остров, где шахтеры сами копают себе могилы. Держись рядом, не только Чарльз тут может быть опасен. Фига себе. Так. Так, а чё мы? На вершине холма стоит вагонное депо. Так. Зверюга убила одного из машинистов, когда все только началось. Внутри должен быть его старый поезд. Если мы до него доберемся, он нам очень поможет выполнить задуманное. Держись ближе, не стоит лишний раз никому попадаться на глаза. Хе-хе-хе-хе. Так. Ой. Нифига он бегает. Блин. Вот это он бегать на... Ему, блин, 60 лет, он, видите, как носится, на пипец. Ух, блин. Да уж. Так. Так, с тобой. Ятрен, батон, заперто. Не беспокойся, мы найдем вход. Ага. Вверх по тропе стоит сарай, там должен быть ключ. Вот тебе карта с отметкой, куда идти. Глянь, может, ключ там, а я пока здесь осмотрюсь. Ага, так, на М. Ой, фига. Так. Нифига она большая! Пипец. Это чё, GTA 5, что ли, или чё? Пес она большая. Да уж. Так. Ага. Выйти. Так. Получается, нам надо туда идти. Ну, погнали. Да уж. Мрачновато очень. Вот он и ключ. Ага, так, это наш инвентарь, ключ от станции, ага, все, пойдемте назад. Ключ мы нашли, бля. Так-то надо осматриваться, мна. Хе-хе, молодчина, теперь мы сможем войти. Открывай дверь, я за тобой. Ну, пойдем. О-о-о, нифига себе. Машинка. Вот это обойти.
Так, ваш эпичный пояс. Используйте для быстрого перемещения по острову. Оружие и защита от ваших врагов. Место перерождения, если что-то пойдет не так. Чтобы ознакомиться с предметами в кабине, попробуйте взаимодействовать с ними. Ага, спасибо. Так, это что у нас? Это улучшение. Улучшение поезда. Скорость, урон, броня и прочность поезда. Ага. Так, нам получается нужен хлам. А у нас 0 хлама. Ага. Ладно. Так. А что нам надо? А это что, караска какая-то? Так. Ага. А, подожди-ка. Во. Так, цельте с помощью мыши, стреляйте клавишей действия. Оружие заклинит, если оно перегреется. Боезапас бесконечен. Новое оружие можно получить на задание. Ага. Ух ты, бля. Ну, бля. Поможет это от поезда. Ну что? Что ж, выглядит потрепанным, но запчасти еще не сыпятся. Этой пушки тут не было, когда я уплывал с острова. По-моему, с ней можно здорово повеселиться. Эта штука поможет сыпать Чарльза, а затем уничтожить его, пока он нас не заметил. Ну что, испытаем эту штуковину? Ну, конечно, испытаем. Так, рычаг в центре двигает поезд вперед, рычаг слева двигает поезд назад, недоступно в обучении. Рычаг справа останавливает поезд, если выйти из поезда во время движения, он остановится. Ага, это получается вперед, это остановить, а это назад, но он пока недоступен. Ну, погнали. Воу! Yeah, да, детка! Мы идем за тобой, Чарльз! Слышишь? Это он! Это он! Вау! Нифига! Господи! Нифига! Оружие заклинило! Что делать? Нет! Дядя Федя! Нет! Федя! 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 Все должно было кончиться совсем не так. Я думал, мы будем сражаться, как с добрые. Да-да, легко пожил, Хе, легко умер. Твоя миссия оказалась сложнее, чем я думал, но... У меня уже нет времени. Найди яйца. Найди моего сына. Он его просто разорвал на части. Федя. Я отомщу за тебя, Федя. Пипец, что он с ним сделал. Я так просто не оставлю, Федя. Я отомщу за тебя, Федя! Я его проучу, Федя! Я отомщу за тебя, обязательно, Федя. Отомщу. Мы остаемся одни. Это очень печально, когда твой друг умирает на твоих же глазах. Я отомщу за тебя, Федя. Погнали вперед. За Чарльза. Мы вырвем ему яйца. По самые гланды. Я обещаю тебе, Федя. Это так и будет. Так, ладно. Посмотрим, что у нас на карте. Так, у нас это получается незнакомый... Дополнительное задание. Ага. Это получается у нас задание. Ладно.
Поехали. Эти знаки обозначают приближающий разъезд. Подсвеченная стрелка оказывается на направлении движения. Остановите поезд. Ага. Это можно, получается, переключить, ладно. Погнали туда пока. Так, а где у нас задание? Ага. Скоро придем к нему. Приедем, то есть. Но, блин, Феде очень жалко, если честно. Так, останавливаемся. О, мужик какой-то. Ладно. Тут еще надо хлам искать. Ладно, так. Ты должен быть тот человек из архива, о котором говорил Юджин. Мы рады, что кто-то решился помочь нам с Чарльзом и безумцем Уорном. Язык сломаешь. Знаешь, если хочешь одолеть Чарльза, твой пояс надо порядочно подлатать. У меня в ломбарде есть немного хлама, можешь взять себе. О, спасибо. Вот тебе ключ от ломбарда. Он стоит выше по тропе, его трудно не заметить, но я все равно отмечу на карте. Ага, спасибо. А у тебя что? А, закрыто. Ладно. Так, получается, он отметил на карте. Откройте амбар, ключом Тони, и соберите ресурсы. Это по... А, ну тут по тропе, получается, вот по этой. Ну ладно, пойдем. Блин, ну Феде очень жалко мне. Не, ну блин, вот этот поезд, он очень страшный, блин. Я аж это, обкекался маленько. Ладно, давайте откроем. О, фига себе. А. Это и есть хлам. О. Понятно. Так, здесь хлам. Вот хлам. Так. 5 из 9. 6. Так, здесь, наверное, еще на 3. О! Фига себе. Молния. Так, 7, 8, 9. Все. Задание завершено. Теперь, когда у тебя есть ресурсы, возвращайся в поезд. Пора кое-что улучшить. Чтобы открыть меню улучшения, загони в чертежи в кабине машиниста. Пойдемте. В поезд, то есть. Так. Блин, так-то оглядываться надо. А то это дна. Везде может быть. Так, ага. Что тут у нас? Прочность поезда, скорость, урон, броня. Блин, ну давайте скорость, наверное. Прочность, урон давайте. И броню. Вот так вот. Так. Это получается, мы с ним задание выполнили, да? Да, это получается выполнили. Если мы поедем вот сюда, вот это дополнительное задание тоже. Ну ладно, погнали дальше. Блин. Страшновато, однако. Очень страшновато. Так. Пока никого не видно. Так, надо смотреть на карту. Вот. Тихо! Что это было? Блин, звук какой страшный был. Так. Ага. Так, останавливаемся. Ага, здесь можно попасть. Что за звуки? Это песня, по-моему, такая. Так, нам получается вот туда вот. Ну, пойдемте. Дом какой-то. Женщина. Здравствуйте. Мне нужны мои огурчики. Я слопала последнюю банку огурцов. Только одна теперь осталась на острове. Я спрятала ее про запас своей огуречной в пещере. Я бы давно достала их, но потеряла свои ключи.
У кого-то на острове должны быть маринычки, то есть отмычки. Принесешь мне банку особых маринованных огурчиков, я тебе отдам в награду весь хлам, что у меня есть. Ага, весь хлам. Ага. Так, у тебя ничего тут нету, случайно, мадам? О, хлам. Давайте заберем его. Это что? Обожаю огурчики. Огурчики — это любовь. Огурчики — это жизнь. Я обожаю огурчики. Только они делают меня счастливой. Огурчики, огурчики, огурчики. Господи. Да она наркоманка какая-то, мне. На своих огурчиках все сидит. Так. Ладно. Пойдем за огурчиками. Блин, дождь еще этот идет, блин. Так. Ох, нифига нам идти. Фига ты, дама. Спрятала их. Ладно, пойдем. О, хлам. Так, нам получается вот в ту сторону, да? Ой, нет. Вот туда вот, да? Да. Вот чуть-чуть туда можно. Туда, вот, все, пойдемте. Тихо, что это? Блин, молния. Блин, так-то сыкотно, если честно. Ой, блин. Так, тропинка какая-то. Это что? О, краска. С фиолетовой краской. О, может быть, фиолетовый поезд. Ладно. Так. Записка. Огурцы, огурчики, огурчики! Огуречки! Огурец. Это что, огурец писал, что ли, или что? Тут живой огурец есть где-то? Ладно. Так, а это... Подождите. А, нам, по-моему, ключ надо найти, да? Да, точно. Мамасито. Пепперони. Она сказала ключ найти. Где его найти, да? Так, подожди. А, ну все правильно. Я возле этого. Блин. Блин, друзья, вот, блин, искал... Как бы нашел сундук, но он не открывается. Как бы мне, видимо, нужны отмычки, потому что она сказала, что потеряла ключи. А, видимо, для этого нужны отмычки. Мне, как бы, видимо, недоступно. Так что надо отправляться на другое задание. И, может, выдадут где-нибудь, не знаю. Ай, блин. Конечно, плохо. Это очень плохо. Так, ну ехать назад или сделать круг бесполезный, или пойти на это задание. Это что у нас? Это... А, это основное задание. Да? И вот еще основное. Ну, поехали, значит, на это задание. Просто вот правда, я как бы терся об этот сундук и ничего не открыл, ничего не отдавался. И... Вот такая вот фигня, короче. Так, ладно. Мы приехали на какое-то задание. И я что-то никого не вижу. Это плохо или... Ой. А тут кровь. О, а здесь что-то. А то здесь никого нету. Подожди. Может, палатки кто-то? Да нет, нету никого. О, записка. Разгрузка припасов открыла мне глаза на многое. Подожди, что это? Что это? Вот это мне не нравится. Езжай, езжай!
Мама, упаси! Вы видели? Только стой. Он был возле меня. Пипец, он неожиданно появился. Но я по музыке понял, что это что-то здесь не то. Блин, а там что? А-а-а, там на этом был. Блин, ну что-то... Ладно, если что, у нас пушка есть. Так что не сын. Вот, опять. Стой, стой, стой. Где? Он где-то здесь. Я его не вижу. Ладно, поехали назад. Назад. Где-то он рядом. Так, что мы успеем до этого добежать? Ладно. Кто не рискует, кто не пьет шампанское. Так, бежим, 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 бежим. Блин, я жопой чую, что он где-то сзади. А, господи, господи. А, ой, больно. Так, мы его соберем. Так. О, мужик какой-то. Открой дверь. О. Фу, полегче стало. Так, хлам. Так, здесь ничего нету. Так, так. О! А куда он убежал? Что это сейчас было? Типа здесь этот был, что ли? Я, по-моему, его слышу. Он где-то здесь. Иди отсюда, Я знаю, ты где-то здесь. Блин, ладно. Он где-то здесь лазит. Ладно, давайте. О, нифига у тебя чемодан. О, боже, им удалось убедить кто-то прийти к нам на помощь. Я так рад, что ты здесь, но я не могу здесь больше оставаться. Этот остров просто сводит меня с ума. Я притащил с собой все свои пожитки, и как только прибудет лодка, я тут же уберусь отсюда. Хотя, знаешь, я только сейчас понял, что забыл дома свой дневник. Не принесешь его ко мне, а? Путешествие опасно, да, но на таком поезде у тебя есть все. Все есть шансы, извиняюсь. Я дам тебе весь хлам, что у меня есть. Только принеси мне дневник, когда будешь проезжать мимо. Ему надо дневник принести. Ага. Блин, ну это сыкотно. Так, ну нам можно поезд прокачать, как бы. Ладно, пойдемте обратно на поезд. Блин, ну это Чарли. Чух-чух-чух. Совсем чух-чух-чух. Так. Давайте прокачаем поезд. Так. Ой, нифига, 28 хлама. Давайте вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. А, все, да? О, все, у нас прочность поезда поменяла. Ой, то есть... Ну где-то опять здесь. Ладно, погнали. Вот он! Иди отсюда! Бес! Иди проснись! Иди проспись! Отстань! Давай! Иди отсюда! Какой ты ужасный! Давай! Нет! Стрелять надо! Огонь! Иди отсюда! Все, отстал. Надо остановить поезд, у нас задание. О! Вот эта битва была, конечно. Фу, бля. А, ну мы не доехали чуть-чуть, ладно. Поехали, чуть-чуть доедем.
А, это получается там, наверное, да? Блин. Ну, все равно где-то здесь, возле меня. Тёчка. А. Ладно. Say, так ты и есть тот самый охотник на монстров. А с призраками тебе доводилось разбираться? Вполне ко мне кто-то или что-то расклеил по фонарным столбам. Ровно 16 рисунков каждую ночь. Я постоянно собираю их и сжигаю их, но вчера ночью, когда я искала их, я начала слышать необычные звуки и видеть странное. Тут жуткий переполох был, и я нашла лишь половину. Принесешь оставшиеся 8, пожалуйста? Бауч. Тут получается не только этот чух-чух-чух Чарли. Тут получается еще что-то есть. Так, нам получается туда. Ладно, пойдемте. Ой, ужасные рисунки, если честно. Да. Что это? Что-то нехорошее. Да. Вроде не, пока ничего не видим. Что это? Что это? А! Мама! Что это? Отстань! Отстань! Мама! Что это? Где я? Где я? Где я оказался? Он меня куда-то унес. Отстань! Беги, беги, беги! Два рисунка только нашли. Забирай! Нет, отстань! Отвалите! Бесы! Я вас не знаю! Вы кто такие? Идите нафиг! Так. А, здесь я начал. Так, получается... Они идут, да, за мной? Да, они идут! Че им надо от меня? У меня ничего нету. Куда бежать? Побежали туда. Я вижу! Мама! Че им надо? Так, пятый. Мама! Я слышу, как они идут за нами. Блин, а куда? Где? Не еще надо. Так, хлам. Беги, беги! Я слышу, он мне дышит в ухо. Нет! Я ничего не дал тебе, отстань! Что вам надо? Мама! Мне еще два надо. Отстань! Я тебе ничего не дам. У меня ничего нету. Он прям близко. Нет, 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 нет! А-а-а! Что, где? А? Куда он унес меня? Ты козел! Отстань от меня! Я тебе ничего не сделал! А-а-а! Отстань! Блин, где еще? Надо еще два! Надо еще! Получается, где светится фонарь, вот там рисунки. Все. Ищи. Так. Блин, они идут за мной. Что вам надо? Не-не-не-не-не-не-не-не. Блин. Я ничего не вижу. Да отстань. Отстань. Я ничего тебе не дам. Пристал ко мне, блин. Блин, а где еще? Надо еще два. А там... Да ё-моё, отстань ты от меня. О, вижу. По-моему, там есть. Да? А я ничего не вижу. А, да, есть. Забрать.
Фу. Так, еще последний. Вот там, да? Есть? Нету? Пожалуйста. Нету. Блин, а где? Надо бежать. Мне где-то здесь. Блин, последний, пожалуйста. Я еще молод. Вот! По-моему, там есть. Или там, где? Да! Нет! Фу, успел! Успел, да? Успел же? Где я? Так, по идее успел. Ну-ка, подожди. Что? Так я собрал же. Подожди. Или это типа не считается? Да это считается. И чё? Подожди, я что-то не понимаю. Ну, я же собрал всё. Но сзади меня. А, типа вернуться куда? Что-то я вообще не догоняю маленько. А что не так-то? Ну? Сзади меня что-то. Подождите. Так я же выполнил, алло. Что не так-то? Алло, что? Это что? Ну, что не так? Ну и... Соберите 8 на поле камней. Так я собрал же, алло. Или типа мне туда, назад вернуться? Типа сказать, я все выполнил. Блин, непонятно, если честно, непонятно. Блин. Ну тут типа не отображается, что все, типа, все. 8 листов я как бы забрал. Прям на последней минуте, кстати. Ну давайте это. Вернемся к этой. К Саше. Кто она там еще? Саша, Маша. Во! Все, благодарю за бумаги. Во! Вот тебе хлам в награду за помощь. Вот так вот. Ну что? Давайте на этом закончим. На прекрасном моменте. В следующей серии мы продолжим выполнять задания. Да, Федю было очень жалко. Он хотел быть с нами до конца, прям оторвать яйца этому Чарльзу. Ну что, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комменты. Подписывайтесь на канал. Ну, с вами был я, Блинчик. Всем до встречи и всем пока.